Меня зовут Нодар Ревия, я московский грузин. Я в финале, и я этому очень рад. Я был уверен, что я пройду в финал. Я не буду лукавить. Что нам всем тогда не хватило в Нодаре, это искренности. Вот я сейчас на это буду смотреть, потому что какой он вокалист, мне все-таки все понятно, собственно. Я проделал большую работу, и я уверен, что в финале я смогу уже раскрыть свою сердечную чакру. Было бы хорошо, если бы он спел свое национальное что-то. Колорит подчеркнул. Да. В общем, я готов бороться. Я готов бороться до конца. Красавец! Он в грузинской одежде, значит, ну вот, пожалуйста, будет петь что-то такое. Сейчас грянет гром. Национальное. Я очень рад вести свою творческую деятельность в многонациональной России и петь в том числе на грузинском языке. Я уверен, что песня объединяет. Давайте споем вместе. Прекрасное начало. Главное, чтобы песня объединила еще экспертов на сцене. Сегодня каждый голос очень важен. Как минимум уже грузины точно встанут. А за нами и все остальные потянутся. Цидан Исми сангелос да симхера да голуба. У меня мурашки. Арго? Шикарно просто. Нодар Ревия! 82 голоса! Это замечательно! Ну что ж, наш лидер сотни сегодня показал свое нутро. Сегодня он всем доказал, что немножко павлин. Павлин-мавлин. Да. Ну что скажет павлин-мавлин? Нодар, никто не сомневается в этой сотне, что ты мега-профессионал и потрясающий певец. Мне в прошлый раз, когда на отборочном туре, хотя я проголосовал, мне не хватило какой-то искренности, душевности. И я только этого ждал сегодня на выступлении. Ты начал петь, голос прекрасно лился. Я увидел, как радуется твой глаз, как ты купаешься в этой музыке, как тебе это все близко. Потрясающее выступление, достойное финала. И браво, Нодар, за такое замечательное начало нашего шоу. Спасибо. Спасибо. Ну, я, кстати, заметил, что у всех тех, у кого есть грузинская кровь, все встали. И я бы сказал... Ты сразу я? Да, Этери. Начну, пожалуй. Нодарико, блестящее выступление. Я, конечно, не могу остаться равнодушна и к этой песне Александра Басилая, и к Нодару, потому что у нас с ним одна школа вокальная. Что бы ни пел Нодар, даже частушки на французском языке, это будет потрясающе. И я клянусь, что если ты хотя бы в течение
10 номеров удержишься в тройке лидеров, я сразу, грузинская хитрая женщина, сразу условия ставит. В любом случае, Хинкали за мной, мой дорогой. Я тебя поздравляю с блестящим выступлением. Ты фантастичный. Сальян Викмархар, люблю тебя. Готовь сразу на всех. Сотня тоже голодная. Очень. Ну, мои дорогие сестры Зайцевы, чтобы поместиться в эти платья, я думаю, вы не ели хинкали лет 50. Да? Вы знаете, Нодар, вы для меня вот в этом проекте номер один. Во-первых, ну, это правда. Я не знаю, хоть я блондинка, хоть я русская, донская казачка, я умею готовить пхали потрясающие. Я умею... Грузины тоже любят очень блондинок. Нодар, это будет твой главный приз проекта. Я согласен. Я думаю, что если Нодар победит, вам надо вместо вот этого всунуть волосы шампуры.